Продолжением такой политики игнорирования мнения международного сообщества, за счет которого страна во многом и живет, стало принятие другого закона, который вводит почти цензуру в интернете. Закон о так называемом манипулировании информацией принят в первом чтении, и сразу же на другой день были проведены общественные слушания, на которых его авторы даже заявили, что законопроект подготовлен по модели антифейкового французского закона. Теперь, если проект пройдет все стадии, уполномоченный правительственный орган может просто удалять или блокировать любую не понравившуюся властям информацию в интернете, даже не дожидаясь судебного решения. Такие фейковые сообщения не только у нас. Они являются большой проблемой и в Европе, и для США. Франция и Германия даже приняли специальные законы, и мы взяли как модель французский закон. А некоторые пишут, что мы скопировали российский закон. Я еще раз говорю факт-чеку, пишите и дальше, но я подам в суд на вас однозначно. Ссылка на французский закон – это манипуляция авторов закона о манипуляции. Во Франции в ноябре 2018 года были приняты два антифейковых закона, которые направлены против заполонившей страну дезинформации извне. И действуют они только во время предвыборных кампаний.